Привидос Амигос в конце прошлой серии Геншин бомбанул. Многие поверили, что это реально конец. Да не тут-то было. Я, блядь, порву сраки всем в этой игре, даже на этой сложности. Кстати, ну сложность та же самая. Это видно по полосочке здоровья, которая на этой сложности чрезвычайно коротенькая. Кстати, судя по этой же полоске, как я понял, даже Rus Game Tactics эту игру прошел на средней сложности. Ну, потому что они почти бессмертны там, да. Средняя сложность в этой игре полное говно, а изи так вообще не сложность, походу. Странно, это странно, ведь на умение играть в игры канала Rus Game Tactics все и фапают. Это единственное, что они умеют, потому что комментаторы из них, блядь, на уровне Блэка Сильвера, а может быть и ниже. Ну так вот, почему-то умельцы не смогли сложность God of War. А я бомбанул, мне тоже пишут, понись. Я не от сложности бомбанул, а от бага, который, как написали в комментах, известен со времен PlayStation 3, просто его почему-то не фиксят. То есть игру на четвертую плойку взяли и перенесли. Блять, я охуенно, в огне вообще ничего не вижу. Игру взяли, просто перенесли на четвертую плойку, ничего не зафиксив. То есть в конце этого уровня там должны были сломать стену, я должен был пройти, но этого не произошло. И это после довольно неплохой, непростой, скажем так, битвы с этим вот уродом. Я, кстати, прокачал клинки Аида перед боем до второго левела. Теперь могу призывать другое говно. Не то говно, которое раньше призывалось. Разницы об этом, от этого вообще абсолютно никакой. Просто анимация другая. Там собаки, а тут какая-то химера выскакивает, и все. Ну, разница смешная, блядь. Чисто визуальное отображение, то есть не поменяли. А суть не изменили вообще. Блядь, не успел. Блядь, надо его от сундучка-то отодвинуть. Лошадка. У меня в деревне есть лофатка. Ну давай, лофатка. Ну, Мотаро, Винс. Блять, он опять бомжей призвал, что ли? Да, сучка, попал ты. Попался ты. Но, сука, сейчас я тебя как Невзоров, блять, укрощать буду. Буду скакать на тебе. Или на мамке на твоей можешь выбрать. Опа, дискотека века, ёпта. Блять, заебал эта лошадь. Она нахуй вообще подыхать будет, нет? Говорят, что я вовремя что-то там не нажимаю. Я все заебись нажимаю, просто, блядь. Просто хуй знает, какие тайминги у этой игры. Неправильно. Все здесь неправильно. Ну, вот лошади настало, в общем-то. Это мерзкое создание отправило в свой персональный ад, сука, лошадиный. В ад создании чехмамок лошадь отъебала. А вот что надо было сделать. Бомжик, о, тёлка какая-то. Эй, сющий красавица, сющий, пойдемте на кентавре покатаю. Тут где-то, блядь, сющий лошадь ушла. Пойдем я тебя на шишка на своя покатаю, эй. Эй, зачем тебе эти... Сыщи, я тут с девушкой, бля, разговариваю, ебало, завались. О, сейчас я вас спасу, я вас, блядь, я спаситель. Зовите меня спаситель Олимпа. Сейчас я буду показывать вам мощь буду показывать. Мощь, спасать буду всех, блять. Они сами лезут под замес, я не знаю, как спасать людей, которые не хотят, чтобы их спасали. Эй ты, блять, гражданин, ты зачем тут бегаешь, я не понимаю. Зачем, он, сущий, товарищ судья, он сам споткнулся, на мой нож упал 8 раз. 8 раз, придурок, на мой нож свалился. Мага не виноват, мага... Мага жертва ситуации. Все, сука, всех расшелендосил. Эй, подожди, что я эту тёлку видел. Слышишь, где тёлка? Куда тёлка дели, а? Ты чё, зачем он тут стоит? Я просто мимо иду, он мне говорит, слушай, ты зачем ты тут ходишь? А я ему говорю, слушай, а чё тут ходить нельзя, что ли? Короче, ну, слово за слово, и он опять давай на мой нож падать. Я говорю, слушай, ваша ара, зачем на мой нож падаешь? Регулярная ситуация в отечественных судах. Слышь, Амун-Ра, блин, сдрисни-ка ты нахуй отсюда с гневом солнца. Спичкой в жопе, блин. Дай в сундук с хелсами залезть, пока не поздно. Херакс. Так, подожди. Лук Аполлона, нахер Лук Аполлона, клинкни изгнанника, нахер когти Аида. Сколько? 5000 сфер надо? Это что, третьего уровня они стали? Всего 5000 сфер, они так элементарно прокачали.
Тихо, блин, динамик в джойстике порвете. Так, У, Заида, уклонение. R2 и треугольник. Ну как можно эти две кнопки одновременно нажать, если они нажимаются одним пальцем, непонятно. Так, я новый ду... Химера. Вот чудовище Олимпа. Чудовище Олимпа. Знаете, что такое чудовище Олимпа? Я даже не понял, что такое. А там вспышка какая-то. Змея Горгоны. Давайте змея Горгоны. Попробуем в следующий раз. Так. А как я это сделал? Подожди. А, ну это после уклонения у него есть какие-то удары. Я не понял, как нажать эту комбинацию. Я хер его знает. Говорят, что в игре надо какие-то комбо открывать. Я вообще не понял, где смотреть эти комбо. Поэтому я знаю только квадратик, квадратик, треугольник. И треугольник, треугольник, квадратик. Или треугольник, треугольник, треугольник. Или квадратик, квадратик, квадратик. Я все, а какие тут еще? На нолик он хватает. Ну, блять, очевидно, что с комбо здесь какая-то явная хуйня. Так, надо помочь. Что это такое за хуйня тут? У меня какая-то елда перед экраном. Что это такое? Да это скозложоп! Змеиный, змеи хвост и скозложоп. Так, у меня тоже есть змея Горгоны. О, блять, он кончил, кажется. Подожди, а что змея Горгоны-то не выходит? Подожди, подожди. Блять, не работает, не работает, нихуя, наебали. Стоять. Змея Горгоны не работает. Чудовище Олимпа. Химера. Давай химеру выпустим. Химера работает, а со змеей Горгоны какие-то, бля, проблемы. Ты сейчас сам, бля, призраком станешь, что-то. Ах ты, блять, такая. Ах ты, свина, блять, рогатая. Ты чё, попутала, что ли? Все? Так, ебалом об колено надо было. Ой! Елдак отрубили. Вот ты, ну ты, без культуры. О, она блок пробивает. Я так-то обычно на блок не надеялся. Ой, на тебе цепем. Сука, этот фуфло... Эй, слушай, это фуфломицин солнечный. Заебал сюда, слушай, огнем своим. Блять, сука. Блять, стрелы Аполлона вообще ни о чем, короче. Ну чё, иди сюда, ёпта. Львиная... А, это Василиск, по-моему, львиная голова, жопозмей. Блять, так даже Самсон не жестил. Она чё, ещё не сдохла, что ли? Блять, я пока смотрел, есть там мана, нету там маны, жж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 
говно. Давай Чудовище Олимпа. Чудовище Олимпа, кара его. Ну, Чудовище Олимпа, я говорю, бич какой-то, блядь, вышел. Рептайл, блядь, зафаталил. Застанила рептилия. Вот понимаете, в чем проблема слэшеров? Тут как бы нету такого, что какая-то уязвимая зона, куда надо бить. А между тем гринделки типа Dark Souls уже к этому пришли. Хотя неверно, потому что God of War это чертовски отсталый слэшер, он, ну, 10-го года. Тут очень старые механики задействованы, не очень интересные. Какой-нибудь Metal Gear там вообще там надо роботы распиливать именно по суставчикам, блядь, стиками. Ну это он, ну там, блядь, своеобразный анимешный, сука, слэшак, я не очень такой люблю. Такое я не котирую. Опа, блок. Вот, сука, после Bloodborne я вообще почти отвык блоком пользоваться в таких играх. Я как-то больше на перекат надеюсь. Вот и God of War начал проходить, оперируя перекатами, они здесь вообще не спасают. Здесь вот как раз ультимативный блок. Которую я. Ну, игра-то старенькая, когда еще блоки в моде были. По-моему, она, я ее ослепил только что, нет? Ох ты, пидораска. Блять, тварь.
Ну как так-то, блядь? Я заебало, все, иди сюда. Иди сюда, подошли, за ударом подойди, а, вообще. Да, Кратос, блядь, воздух избил, нахуй, мечом своим. Давай рога и отковыривай. О, о. Ну все, блядь, если рок мозг не задел, то я не знаю, задел, она сдохла. Изи, изи карточка. Че, надо Титану помочь, наверное, по-братски. И че? А, надо Гелиуса подбить. Мимо, что ли? Эй, слушай, сюда на своей тройке едь, да? Еще у меня обратно такой же. Че карета не занижена? Ой. Пиздец, котенку больше срать не будет. Был бог и нету бога. Ну не благодари, типа. Че это он делает? Блять, ты еще насри на эту площадку. Тут я все-таки бегаю. О-о-о. О, гарпии вернулись. А-а-а. Так вот. Блять. Это стрёмный момент. Я не очень умею на них летать. Удерживая, нажмите, чтобы разозлить гарпию. На. Покатай меня, большая черепаха. Это я на следующую пересел. На попутках, блядь, добираюсь всех. Ну что, я прилетел? Нет. Что не так с этой птицей, блядь? Пиздец, я нихуя не понял, блядь, опять. Я нихуя не понимаю, как это, чего, блядь, за, сука, комбинации кнопок здесь надо, блядь, какие-то безумные нажимать. Вообще, человеку, который придумал полеты на гарпиях, надо, блядь, гвоздь в голову вбить, нахуй, потому что, ну, это конченая тупизна, блядь. Ну, просто ебаное говно. Ай, блядь, такая механика ебанатская. Он на этой гарпии летит, блядь, ну, еле-еле, нахуй. То есть мне надо, блядь, эту отпустить, а на эту как? Вернее, как отпустить-то? Хуй поймешь, как он, блядь. Он почему-то следующую не цепями хватает, а просто как-то, блядь. Оу, ей, я в домике. Все, пошли нахуй. Ты, может, ящик, блядь, будет откроешь, нет? Или мы будем топтаться тут рядом с ним 2 часа? Блядь, эти петухи. Хули они такие живучие, блядь. Бомба какие-то, хуёмба. Так, надо посмотреть, тут наверняка какое-нибудь секретное говно. Шлем Аида какой-то где-то там лежал, говорят, не знаю, что дает. Может, Кратос его на голову. Нет, тоже вот эти механики, которые Кратос на себя одевает, я думаю, что их невозможно обойти. Ты не сдох, что ли? Это что, блядь, недобивание было? И зачем мне эта штука? Взорвать вот эти камни, чтобы пропрыгать направо? А за этой дверью что? А, хуй его знает. Я просто не понимаю, тут... Нет? Не за этим? И в рот его ебать вообще не понимаю. Можно его поджечь просто. Или она только, только взрываться может. Да, только взрываться. Ну и нахуй. Чё мне эта камера показывает, то я и думаю, блядь. Если бы мне дали тут по сторонам головой покрутить, я бы, может, понял, нахуй, она здесь нужна. Но камера в игре просто его, твою мать. Я даже хуй узнает. Такую камеру в играх, блядь. До крещения Руси только делали. На PlayStation 1, когда я Динокризис проходил, вот там такая камера была последний раз. Сколько надо? 6000. Блять, как дешево эти клинки прокачиваются, в отличие от огненных.
Блять, у меня этот петух Олимпа включен, что ли? Иди нахуй, дебил. Змея Горгона. Ну что, может, сейчас она, блядь, включится? Нет, она просто не работает. Я ебал. Что за змея Горгоны, блядь? Как ее... Может, она в воздухе? Нет, она просто не работает, и все. О! Это дискотека века, блядь. Да, никакого описания нету. Что это, блядь, как она, хую, бля, вообще, напишите, короче, в комментах, что за змея Горгоны. И, блядь, какой танец с бубнами надо станцевать, чтобы эта хуйня сработала. Блядь, механика, которая активируется одной кнопкой, не работает, пиздец. И тут беспалевно такой сундучок за поворотом, опа, для самых наблюдательных. А чё ж там, сука, взорвать надо было, где кувшин этот взрывной был? Пиздец, что-то же он взрывал. Но я говорю, что, блядь, с этой камерой просто не... Просто ты должен знать. Ты должен знать, что делать с этой камерой. Ты должен знать, что, блядь, вот какая-то хуйня, вот какая конкретная хуйня этой пиздой открывается. Если ты, блядь, ну, блядь, я хуй знает. Какие, как бы, возможны поиски вариантов с такой камерой? Я просто нихуя не понимаю. Если даже головой по сторонам не покрутить, как вообще можно узнать, для чего нужно? Да, Кратос-то тебе поможет. Сейчас, братан, сейчас. Я пожарник опытный, ты не очкуй. Сейчас мы тебе поможем. О! Ну, по крайней мере, боль ты не чувствуешь. На какой хуй я его... Блядь, зачем Кратос... Ну, Кратос понятно, потому что я нажал, а... Почему... Ну, механика такая, такая помощь странная. Ах. Сразу видно, что мы играем не няшечкой. О, Гилиас! Ты похож на Цезаря из... О, ебать, это кто такие? А вы на Цезаря не похожи. Вы похожи на 300 спартанцев. Ну, не, вы на 300 засранцев похожи. Подождем, пока из них, пока один из них пукнет, и пустим туда огненную стрелу. О, сейчас огар, сейчас огар в их сторону перданет, я уверен. О, блядь, не хватит. Силен не по годам. Я думал, надо на них напасть будет. Видимо, сейчас я огра оседлаю. Тут есть такая механика в игре. Я уже на собаке ездил, сейчас, видимо. Ну давай, огр, настало твое время. Блять, а главное, эти-то пидоры здесь откуда? Циклоп, циклоп, откуда он здесь взялся? Да, смотрите, я так и был, так и думал, блядь. О, опять мои любимые членоядные пришли. Куда, сука, сучка? Схватить-то можно? Огар, блядь, дерись. Так, некогда, надо разбить их черепаху. О, черт. Походу мне нужен новый огр. А, глаз циклопа, сейчас у меня жизни будет много. Блять, мерзкая хуйня, конечно. Дубина, вооружаемся дубиной. Нет, не вооружаемся. А что делать-то надо? А, надо... Блять, надо было не бомжей раскидывать, а сразу. Я думал, огр доживет. Блять, я его так пищу, что он аж лагает, сука. А глаз циклопа-то и так и не дали, главное, пидора. Чё, пехота, блядь? Топчи этого, сука, Гелиоса. Чё-то Гелиос знакомое, что ли? То ли машину так назвали, то ли отель какой-то. Ну все, давай, кончай его как-то.
он не сопротивляется сейчас, я не понимаю. Он стоит и ждет. Да как в рестлинге, блядь, стоит и ждет, пока ему короночку сделаю. Сейчас, подожди, Гелиос, не уходи, братан, подожди, мне тут дело важное. Все, Гелиос, спасибо, что дождался, спасибо, бро. Сейчас ему ногами затопчем, походу. Кратос, я не забыл, что я у тебя в долгу. Спаси меня, как спас от Атланта. Так я ж тебя избил. И тогда я отплачу тебе сполна. Бля, у тебя если резиновая текстура ебала. Меня, скажи, где искать пламя Олимпа. Пламя? Тебе не одолеть Зевса, спартанец. Ты только погибнешь зря. Волнуешься за мою жизнь, Гелиос? Подумай лучше о своей. Береги силы солнца! Блокируйте свет с помощью правого... Вот это интересно. Вот интересная игровая механика. Вот это я одобряю. Такого нигде не видел до этого. Молодцы. Не то, что битва с тупорылым Аидом. Он изо рта светит? Ты что, отбеливание зубов сделал? Хо-хо-хо, блядь. Гелиос. Классные у тебя зубы. Сейчас они сверкать на полу будут. Чувак, я из них бусы сделаю. Стой. Ща пломбы вылетят, блядь. Чтобы одолеть Зевса, ты должен войти в пламя и впитать его силу. Ты лжешь, Гелиос. Гефест сказал, что пламя убьет любого, кто его коснется. И ты поверил? Этот несчастный давно утратил милость Олимпа. Именно поэтому я ему верю. Моя смерть не приведет тебя к Зевсу. Так, давай продолжим. Ты очень ошибаешься. Продолжим ему пластику лица делать. Ой, блядь. Познай силу солнца. Ну чё-то... Ой, ебаться, сраться. Вот это, блядь, вот. Вот этого в игре должно быть больше. Вот этого больше, блядь. Не боёв с тупорылым Аидом, который просто чёрт. А вот таких сочных, блядь, моментов. Похлопаю даже. Я, блядь, наконец-то хоть чуть-чуть начинаю понимать фанатов этой серии, блядь. Правда, другое дело, что ради таких сценок надо, блядь, целый уровень бомжей пинать, а так? Неплохо. О, блядь, мы погоду в Питере испортили. Чувак, давай обратно голову приделаем. Голова бога солнца оторвана от тела. Ну, я это понял, и хули. Удерживая Л2, бы... Взял голову Гелиоса. Взгляд бога солнца осветит твой путь. Так, пацаны, вы сейчас забудете мои фейлы. Ну, у людей в черном вроде это так работает. Находясь рядом с золотой пылью. Секреты богов. Хуйная дыра какая-то. А где золотая пыль-то? Ангельская пыль. Это сон и пыль. Чё за? Рядом с золотой пылью. Блять, кто-нибудь видит? Я вижу какие-то пылинки, но это не золотая пыль. Вы кто-нибудь видит, блять, пыль золотую здесь? Я нихуя не вижу. А, о, хуйня какая-то. Щит Гелиоса, сокровище Гелиоса. Пройдите игру, чтобы воспользоваться этим предметом. Пиздец, и чё мне... А потом еще раз пройдите игру с этим предметом, да? Заебись. О, вот, наверное. О! Жильберий Гильде, смотри. Рок Минотавра. Да, ебись, провались, и все. Это и была пыль. Ай, находясь рядом с золотой пылью, блядь. Вы если бы, блядь, у вашего художника хватило таланта нарисовать нормально золотую пыль. А может вот так надо?
А, навести луч. То есть тут еще выше и ниже. Все, понял, понял. Да, я затупил. Я думал, надо... Мне почему-то показалось, что надо сверкнуть просто на золотую пыль. Че-то тут хуйня какая-то. Блять, тут как в Купчино, кто-то ходит в темноте, светит фонарями в ебало и дает пизды. Да и бьют так же. Подожди, а как? А чё? А у меня теперь лук вместо этой головы. А куда голова-то делась? Хуйня какая-то. А, подожди, может надо здесь выбрать? Вообще-то он... Можно покрутить. Но нельзя заглянуть в позвоночник. Самые сочные моменты нельзя посмотреть. Души. Блять, а как лук-то на голову поменять? Ёпта, что за управление? Бля, я в шоке нахуй с этой игры. Просто пиздец, как удобно. Ёбаный насрал. Только что голову держал, все, блядь, теперь лук достаешь. На эту же кнопку. Как, блядь, это работает? Настало время лука, наверное, просто. Кто увидит то, что видят боги, найдет путь на Олимп. Да, только я, блядь, не могу нахуй голову Гелиоса достать, у меня только лук. Я с помощью лука смогу что-нибудь увидеть, интересно, нет? Ой, ебать. Поставил на паузу, разобрался с управлением, все оказалось в принципе просто. На квадратике, если на выстро, то есть он достает люк, он достает вот. А если на треугольник, то он достает голову, конечно. Ну, механика смены оружия, я такой, честно, нигде до этого не видел, поэтому даже как бы, блять, только, ну, только вот ставить на паузу и искать, больше как бы вариантов-то и не было. Кто увидит то, что видит боги, найдет путь на Олимп. Так, это я понял. Хорошо. Как пройти туда, куда проходят боги? Вот в чем. О, подожди, смена предметов. Ах ты, пидорас, ну что вы за уебки-то такие, блядь, а? Ну какого хуедожника, блядь, твари, сука. Я вот реально, сука, блядь, стоял, искал, как сменить. Два шага сделал, вот они написали. Ну не пидорасы, а? Блядь, просто ебать. Ну, сука, бывает же такая западлянская хуйня, а? Я вот... Ой, мама, что-то я разбил. Я вот... Сейчас сундук брать или не брать, вот вечно делим. Очень удобно, конечно, пользоваться этой залупой, ничего не скажешь. Так, давай ману. Манус, дух бездны. Ты, может, разобьешь это говно, а? Это мне Resident Evil 5 напоминает. Слепни, тварь. Ослепительные вспышки драки. Почему-то голова Гелиоса продолжает орать. Будучи отделенной от тела своего хозяина, как бы в гланды кровь не поступает, а они орут. Слушайте. Бля, вот чувак все зубы отбилил, да, до сих пор в темноте светит. Че такое? Вас из лос? А, я, да, с из... Ух ты, блядь! Ух ты, блядь! Ух ты, ты пернатая хуйня! Не достал, блядь, мудак. Это не те гарпии, на которых летать можно, это, блядь, гарпии хуёвые. Да, в темноте, конечно, с ними драться, блядь, одно удовольствие, вообще непередаваемое. Так, а я вижу, что там... А как мне на тот берег?
Я вижу, что вот там вот то, что мне надо впереди, там справа сундук какой-то секретный. А, тут поворот, наверное. Блять. Нажимаю кнопку удара, и в этот момент этот дурачок, блять, выхватывает лук и начинает лук пулять. Бля, ну дебил, ну Кратос, ну дебил. Не, управление, конечно, на маму делал просто вообще нереально неудобное. Так, ну по-моему, вниз надо. Да. Пожалуйста, глаз Горгоны, глаз Горгоны, глаз Горгоны, сука, блядь. О, ну три пера Феникса равно жертва чего? Жертва принята. Улучшение магии. Сука, чтобы разработчик охуй настолько же вырос, блядь. Когда он, сколько он мне магию улучшил, блядь. Сука. Ну, блядь. Вот это щедрость, ёб твою мать. О, нет, только не бой на цепи, только не бой на цепи, только, блядь. Иди нахуй от меня, блядь. Сука, чмо, блядь, ёбаная. Ну и ладно. Не больно-таки Кратос и жить хотел, судя по всему. А, еще, блядь, теперь вниз, наверное, понятно. Как-то он нехотя держался за эту цепь. Блядь, бой на цепи, конечно, это, бля, вообще. Одна из самых тупых вещей, какую можно было, бля, придумать, это бой, блядь, на цепочке. Не, у разработчика пусть член только один раз на сантиметрик подрастет. Да какой, на пол сантиметра. То, что я два раза здесь мудохаюсь, это, блядь, конфисковать назад только можно за это. Блядь, как интересно, ебать. Иди нахуй. Бум такой. Удар Криштиана Рональда. Криштианы. О, заебись. Там уже он какой-то рыцарь стоит, ждет. У нас ничего нет. Я его живьем, сука, сжег этого. Вот камера сразу за спиной, надо же как. Неужели трудно было всю игру так сделать? И хули это дает? Говно ебано. Воет кто все еще? О, свет божий. Да чё? А, это дочка кузнеца, ёпта. Я же сказал, я дочка Гефеста. Нет, я знаю, ты можешь. Я знаю. Я верю тебе. Кратос, ты тупой. Не стоит. Моня, ты тупой. А кого держит эта пробка анальная? Может, это Гефест ей прикован? Блять, только не птицы. Лук Аполлона. Да, бля. Бля, вазы просто бронебойные, смотри. Да, да, приманить птичку, я понял. Приманить, блядь. А, так, подожди. Сейчас посмотрим. У меня тут клинкоктиаида. 5-9. О! Четвертый левел. Чего, блядь? А, еще 890. Сука. Падла, блядь, ко мне. Иди сюда, пизда. Иго-го! Иго-го! Пожалуйста, ты ее, блядь, сейчас убьешь. Мы не долетаем, ёб твою мать. Блядь, сука, ногтями на ногах еле зацепился, мудила.
Зачем он, блядь, пока летит на нее, ее постоянно, блядь, ножом пыряет, я не понимаю. Ну а гарпия тоже не принципиальная какая-то, лишь бы долететь. Могла бы просто ёбнуться вниз вместе, а вы чё за... Ах ты ебаклак, блядь. Иди нахуй, зашкваришь. Опа, блядь. Так, подожди, а чё у меня? Когтики неродные одеты. Блять, один под землей, второй. Находчивые ребята, ебать, хуй что скажешь. Даже можем что-то разглядеть было, блядь, что происходит. Но я вообще где-то за кадром пизды получаю. Господи. Покарайте, блядь, человека, который эту камеру в игру ввел. Я просто нахуеваю, как с ней, блядь, играть. Геморройно, ебануться просто. Как с этими ебланами драться, я тоже как-то. Ладно, ведьмаки придумали бестиарий, можно прочитать. Что здесь делать надо с этими уёбками? Идите нахуй. Вообще в пизду на вас время тратить. Очевидно же, что вы, блядь, дерьмо какое-то. Это все, блядь. И вся драка нахуй. Нахуй им нужна. Я за мир и за любовь. Сейчас лавочки разобьем. Мне даже похуй, что здесь, блядь, шкафы стоят. Косые. Ха-ха, все, соснул. А, у вас дохуя тут, да? О. У меня даже мысли нет, что с ними надо делать, блядь. Это дохуя живучие что-то слишком. Но их можно хватать. Отбрасывать. Блять, вы посмотрите, сколько у них жизни, ёбаный в рот. Блять, у меня просто нахуй даже комментариев по этому поводу нет. Это что, их реально? А, может их надо ослепить? Да, может нахуй надо пойти. Да, ослепление, блять, прям приносит, блять. Да пиздец, блять, разработчик, ну ты нахуй где, блять? Из чьей ты жопы, блядь, этих мобов-то выковыриваешь? Ёбаный твой рот, блядь, а? Петух ты ёбаный, блядь. Ну пиздец, ну говно такое, что, блядь. Я ебу кенгуру, блядь. Посмотри, сколько у них жизни, блядь. Посмотри, сколько они нахуй. А, во, блядь, совет вылез, когда я два раза пизды получил, блядь. Они мне написали, что надо нажимать. Ебануться, блядь. Хуяся, блядь. Ебать, колотить, блядь. Это называется подсказки в игре включены. Ёбаный, блядь, блядь. Да, ну с двумя такими хуй подерешься нормально. Не снимать. Пиздец. Нихуя себе, одного только убил. Тут не бесконечно или часом, блядь, я вот что хотел бы спросить, блядь. Ну где еще один?
Кратцы по-прежнему немножко косенький. Блять, мы сейчас уйдем туда, чувак, куда мне нахуй не надо. Блять, это пиздец, да. Ебануться, блядь. Это с одним столько драться, бля, а там сколько их вылазит. Просто какое-то бесконечное количество, блядь. И сейчас, если сдохну, значит, с самого начала, что ли, начинает? Ну, я понял, да, да. Говно еще и блоки, блядь, ставить будешь, что тварь. Когда я его, главное, подхватываю, у меня почему-то клинки старые включаются. То есть это еще не все, да? Это нахуй невозможно просто. Ебать, смотрите, я заюзал меч, с которым, блядь, можно босса завалить за это время, и, блядь, не убил ни одного призрака. Пиздец, одного еле запинал. Ебануться, блядь. Ну, Не, вот, блядь, сложность, конечно, в игре конченная. Либо, блядь, ты играешь на среднем, и ты вообще бессмертен, да? Либо ты играешь... На харде и те просто очко рвут. И, блядь, враги нереально живучие. Просто заебывает с ними драться, блядь. Они живучие настолько, насколько, блядь, в нормальной игре живучий босс был бы, блядь. Или полубосс какой-то, что-нибудь. А здесь, блядь, какое-то ебаное привидение первое попавшееся, блядь, живет нахуй. Просто 20 минут ты его колбасишь этими ебаными своими цепями, комбо, хуёмбо, блядь, мечом этим Олимпа. Однохуйственно, вообще нихуя не работает. Так, надо что-нибудь найти. Тут, наверное, какой-нибудь секретик. О, смотри-ка. Меня кучу спрячешь. Оп. Да, и что тут, блядь, сраный сундук с красным говном. За этот бой я, кстати, получил всего-то нихуя там. Бесконечная боль лил один просто треугольник в воздухе. Увеличение урона всего лишь. А, теперь на треугольник. А было только вот это. Понятно. Ну что ж, not bad, а not bad. Бате нравится, добрее. О, еще тут тоже. Бля, я надеюсь, что в новой части Кратоса не надо искать сундуки, блядь. Там вроде камера нормальная. А потолок, главное, не уебаться головой. Там что-то было. Цепь баланса. Артефактный артефакт. Вот, блядь, интересненько, отлично, что-то новое, одобряю, блядь. Ебанутый, ты куда, ты, блядь, что ты делаешь? Как мне выше, ниже-то, блядь? Блядь, что за управление, ёб твою мать. Это инверсия, ёбаный в рот, ты догадаешься. Вот это нравится, вот это одобряю, вот это вот прикольно. Только вот это не прикольно, то что в меня летит. Ну это свежачок, вот, блять, да, вот такие на консоли должны вот по максимуму быть, вот, блять, ну не знаю, как объяснить, но вот реально эксклюзивные вещи, такого пока в играх вообще нигде не видел, не могу припомнить. О, там этот красный ползет.
Гудивнин. Да ладно, ты чё, охуел? А он против меня теперь? Ты чё, пёс, блядь? Катапультировал его. И хуя одним ударом, блядь. А чё он, блядь? Я ж дружил с титанами. Вот говноед. А, ну я ж гею убил. А он откуда знает? Вот у них телепатия. Хуй просышь титанов, блядь. Блядь, классный момент. Вот, вот, вот это мне нравится, наконец-то. Не тупые бои, блядь, с Аидом суёбищным. А голову Гелиуса оторвал, блядь, ей ходишь, светишь. Полёты какие-то, блядь, интересные. На мой вкус. Разбодяживает этот жиденький геймплей, блядь, слэшерный. Который сам по себе-то, ну, мало кому, конечно, на любителя. А вот так? Ох ты, блядь. А вот так нормально, можно играть, жить можно. Dead Space 3 чем-то даже напоминает их скалолазание. Блядь, чувак. Метнулся нахуй влево, блядь. Ух, смерть прошла рядышком. Чувак, блядь! Там кто-то прицельно эти камни, что ли, бросает? Говно ебаное. Блядь, залезу, зашкварю нахуй пидора этого. Не та кнопка. Во! Давай глаз циклопа там какого-нибудь. Жопа циклопа. Блять, опять перо Феникса? Ебать, сколько раз их за игру собрать можно? Че угодно падает, только, блядь, не жизни. Уу! Опять? Ну хуй знает, там вообще-то R1 надо было нажать, я нажал. На нахуй тебе. За тупость, за твою ебалом об доски. Ох, годнота, блядь, годнейшая, ёпты, блядь. И выглядит эпично, и... Ой, блядь. А-а-а-а! Блядь, или в дырочку надо? Не, ну я в дырочке-то умею. Я и не в такие узкие лазил. А-а-а, блядь! О! Ёпты, мамка. Да, ебать. Да ну нахуй, ну тут перебор уже, пацаны, ну перебор. Воздушный волк. Call me car, bitch. Он летел над горами, был солнцем озарен. Чё-то там, чё-то там, чё-то там. Это чё за интерстеллар, кубы какие-то, блядь. Ебучка, ебучка. Фонарь. Пещеры, блядь. Заебись. А я до этого где был, не в пещерах, что ли? Ну, я так и понял, что вся игра, бля, будет в аду, только странно, что Аида в самом начале игры завалили. Ну, я так понимаю, что это чекпоинт. Нихуя себе, сказал я себе. Ёпта. Ну это Tomb Raider какой-то начался уже. А, я уже это геймплей... О, блядь. Не, чуваки, это, короче, надолго. Так что продолжение следует. Что-нибудь там жмите, что-нибудь там пишите. И все такое. Ну чё, уже неплохо получается, блядь. Уже пиздеть никто не должен. Команды не было, как говорится.